І на продовження теми перформансів у суспільному просторі хочу поговорити із гостями. Це Марина Лимарь, перформер, театральний педагог, арт-директор Центру «Другі танці», а також Данило Бєлкін, танцівник, викладач і перформер. Давайте для начала поспілкуємося із нашими гостями, але це прямий ефір, і от дивіться, ви настільки чудово і гармонійно зайшли, що вам навіть забули мікрофони підключити. Зараз ми це владнаємо і почнемо спілкуватися. Доброго вечора. Доброго вечора. Да, добрий вечір, Роберт. Итак, смотрите, в чому отличие? Давайте все-таки поговоримо. Вот танцовщик, перформер, ведь танец – это тоже выступление, но все-таки коротко. Давайте нашим телезрителям объясним, в чем отличие. В чем отличие? Данечка, в чем отличие? Наверное, танцовщик – это более узкое такое восприятие, которое осталось у нас с постсоветского такого времени. Для меня перформер – это человек, который практикует, это человек, который занимается исследованием, это человек, который находит глубину телесного присутствия, своего духовного ощущения, своего развития и уходит внутрь туда. То есть он готов исследовать, он готов делиться, он готов воспринимать. Танцовщик — это более такое плоское, наверное, для меня восприятие, поэтому уже мало для меня быть просто танцовщиком. Вот. В тот момент, когда вы заходили к нам в студию, мы как раз демонстрировали сюжет. Это своеобразная, насколько я понимаю, проба пера в торгово-развлекательном центре. Или это уже наработанные какие-то вещи? То есть ваше выступление, не только ваше, и там еще 8 танцовщиков выступали. Итак, насколько этот опыт интересен для вас и как воспринимали люди? Это был формат site-specific performance, где я умышленно миксовал такую танцевальную практику, которая идет в формате мейнстрим, и перформативной практикой присутствия людей. То есть для меня было ценно и важно поделиться с людьми, которые посетители торгового центра, когда они идут по своим торговым траекториям, как они могут реагировать, рефлексировать на происходящее с людьми, которые, на их мнение, танцовщики, хотя они иногда просто люди, они иногда делятся своими эмоциями, своими состояниями, и насколько эта коммуникация между зритель и танцовщик-перформер через дефис, как угодно, насколько эта коммуникация может работать в обычном пространстве, паблик-пространстве. Марина, вы у нас достаточно частый гость на 9 канале. И мне вот уже не было год, Артур. Ну, будем считать, что все равно частый гость. Итак, если вы сказали, год вас не было, за последний год, насколько Днепр стал более танцевальным, поскольку вы человек, который наблюдает за этим процессом, обучает людей, подсказывает и что-то сам делает новое для себя, поскольку каждый день нельзя стоять на месте, нужно учиться. Безусловно, Днепропетровск меняется, Днепр меняется, так же, как меняемся и мы, как меняется наше время. То есть те люди, которые занимаются, да, художественными практиками, я имею в виду сейчас художника, да, в широком смысле слова, безусловно, они никогда не стоят на месте. Конечно, есть изменения позитивные, но все равно, наверное, будучи все-таки, в силу того, что я есть художник, будучи перфекционистом и идеалистом, мне хотелось бы, чтобы эти изменения были более глубокими. Если говорить о закрытой и открытой площадке, где тяжелее выступать? Это зависит от опыта. На самом деле и та, и другая площадка – это совершенно разный опыт. Да? И вот, продолжая тему художественных перформативных практик, нужно сказать, что я считаю, что сегодня не только нам, тем, кто внутри процесса, да, но и зрителю, да, тем, кто потребляет, скажем, художественный продукт, мне кажется, очень важно сделать акцент на том, чтобы не просто поддерживать искусство и создавать искусство как художественный продукт и затем его распространять, но поддерживать искусство как суть, вот суть этой художественной практики. А ведь практика – это вот перформативная практика, это прежде всего практика восприятия, практика взаимодействия, практика совместной рефлексии, практика совместного опыта. Поэтому вот завтра мы будем получать совершенно другой опыт, поскольку мы уже... Да. Давайте действительно поговорим о тех локациях, где это будет происходить, и насколько это будет необычно. Почему?
На самом деле для нас это будет обычно, потому что для Днепра это действительно будет необычно, потому что ну, не каждый день в Днепропетровске есть импровизационный перформанс, который происходит в, скажем так, everyday life spaces, как это называется, да, вот в современном искусстве. То есть эти на самом деле пространства, куда мы выходим, то есть мы не зрителя, мы не приглашаем зрителя к себе, а мы выходим к зрителю. И мы, и зрителем может стать совершенно любой человек, который в это время окажется в этом месте. Да, вот мы будем... Даже может поучаствовать. Но это зависит от контекста. Если мы захотим вовлечь зрителя, то мы его вовлечем. Если же мы не захотим, то есть, если даже он захочет, то имея там, такой достаточно, скажем, хороший опыт, да, будучи пребывание внутри перформанса, мы можем сделать так, что зритель как бы, вот он начнет двигаться и тут же остановится, потому что он обратную связь от нас не получит. Но на самом деле, вот для нас, ну, я сейчас говорю для нас, потому что у нас будет целая компания, там, да, у нас будет 7 человек, мне кажется, что для нас, ну, вот для меня лично, для меня очень важен вот этот опыт исследования собственного восприятия. Когда я буду работать своим телом, с движением физическим, и я буду работать вместе с партнером, я буду либо открываться ему, его взаимодействию и влиянию, либо, может быть, если я не захочу, не буду очень открываться. То есть у меня есть на самом деле прекрасное поле всех возможностей выбора. Да? И тогда зритель, он просто наблюдатель. Да? Он наблюдатель. Если зритель открыт к наблюдению, к восприятию, он останется вместе с нами. Если он закрыт к наблюдению и восприятию процесса, который для него непривычен, он пройдет мимо. И это замечательно. Наша ведущая Анастасия Гречникова договорилась уже с Небесной канцелярией, то есть погодные условия должны быть хорошими. Давайте поговорим о локации, о времени, то есть когда и где это будет происходить. Будем работать? Конечно. Если будет дождь, мы будем работать все равно. Все равно будем. Это абсолютно другой опыт. Танцевать под дождем. Где вы начинаете и куда движетесь? Мы начинаем на бульвар Катеринославский, район Фонтана, и будем двигаться. Будем двигаться в пространстве, будем двигаться на улице Сечевых Стрельцев, и потом наш тревел продлится на трамвае. Мы будем делать, часть перформанса будет в трамвае, в первом номере трамвая, куда мы зайдем и будем присутствовать. Ну, главное, чтобы это не было час пик, потому что час пик очень сложно. Это же замечательно, но час пик это одно прекрасные условия. Это одно присутствие, не час пик, это другое присутствие. Потому что, ну, если в трамвае мало народа, это ты воспринимаешь это как перформер, да? Потому что перформер – это такая мембрана, знаете? То есть, Артур, она вот как бы, она есть здесь, вот. И мы воспринимаем сколько народа, количество народа, качество народа, обстоятельства. И затем нашу коммуникацию друг с другом да, в этот момент. С кондуктором коммуникация может произойти, нам же надо будет взять билет. Мы будем брать билет? Конечно, конечно. Будем брать билет. Да. Будете брать будем билет брать в танце? Билет. Да. Можно и в песне. Это перформативная оплата будет. Потому что перформанс, на самом деле, это и звук, и это и речь. Why not? Скажите, дата 1 июня не случайно выбрана? Случайно. Случайно. То как есть... и все, что в перформансе происходит. Спонтанно. Перформатив – это все спонтанно и случайно. То есть мы не приурачивали это к Дню защиты детей, Артур. Честно. Все, кто будут принимать участие, это днепряне или у нас будут гости из других областей? Нет, и, возможно, это... там из ближнего или дальнего зарубежья? Так получилось, что в этом году в контексте Днепр Body Project это только Днепропетровская такая комьюнити, которая, в которой мы создали коммуникацию, и это первый опыт наш совместный, поэтому это только днепряне. Вот. То есть, насколько я понимаю, это днепряне, но это взрослые или там это будут... Взрослые. Это взрослые. Это такая практика, которая требует достаточного уровня развития, да, вот психофизиологии, потому что у детей есть, наверное, там свои практики, но практика погружения, которую мы будем завтра, извините за тавтологию, практиковать, то это требует подготовки, требует подготовки. Я дякую вам, що знайшли змогу і завітали до нас. Сподіваюсь, що захід пройде дуже вдало. Отже, хвилинка на те, щоб запросити у всіх охочих. Ми приглашаємо всіх завтра в 1 июня на Катеринославський бульвар 17.00. 19.00. І
Путешествуйте с нами. И мы будем путешествовать, да? И где-то, наверное, действие будет длиться 1,5 часа, и это будет где-то центр города. Вот те, кто хотят расширить свое восприятие, то мы будем очень рады. Ну, я так надеюсь, что это будет и импровизация, и какие-то домашние заготовки. Домашних заготовок не будет. Только присутствие. Не будет. Только здесь, сейчас и в коммуникации. Это еще раз честно, их не будет. Мы только выверили наш маршрут. Мы просто себе простроили маршрут для того, чтобы просто не потеряться в городе, знаете. У нас 7 человек, можно потеряться. Все остальное будет на месте. Вас можно будет узнать по движению или вы в каких-то будете специальных костюмах? Мы будем casual. Просто люди. Просто дняпляне. Дякую, просто люди, за те, що ви завітали до нашої студії і розповіли про свій чудовий захід. Сподіваюся, що і Небесна канцелярія теж буде вам сприяти у цьому заході. Дякуємо. Ну, а нашим глядачам нагадаю, що у гостях 9 каналу були Марина Лимар, перформер, театральний педагог, арт-директор Центру «Другі танці», а також Данило Білкін, танцівник, викладач і теж перформер.